Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня я хочу продолжить. Бляха-моха, да, не будет Дюка пока. Я хочу все-таки закончить серию тоже Resident Evil. Ремейк первый. Мы тут с одним приятелем, с одним тоже ютубером проходим, как я рассказывал, Андрей проходит второй ремейк, я прохожу первый. Сейчас он прохождение пускал за Клэр. Я прохожу за Джилл. В ближайшее время также он будет за Леню проходить, ну, за Леона. Я за Криса, за Криса Редфилда, вот. Мы немножко так, ролями так, меняемся. Так что вот, можете тоже на его канал заглядывать и смотреть параллельно. Будете видеть сразу же две игры. Первую и вторую. Легенды легенд. А, и не забываем ставить Люба, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и, да, не забываем, там еще у меня есть группа «Наши 90-е», те, кто как раз вот смотрит эти игры, это, как я понимаю, ребята, которые родились в 80-х, начале 90-х. Ну, может, и кто и раньше, или кто позже. Но группа как раз просто по 90-м будет, думаю, тоже интересно. Ну и мы продолжаем. Лачуга. Мы в лачуге сохранились, да. Сачок. Яблочно-виноградный. Да, сегодня я без кофейка. Так, блин. Что у меня там есть? Так, сделаем инвентарь нахер. Так, бля. Ох ты, бля. Ну, мы с пистолетом еще побегаем. Мы же крутаны. Так, конечно, прохожу-то. На более легком варианте. Сити. Сити шус, блядь, ебучая реклама. Так, чё, блин? Да вроде мне ничего больше не надо. Вот, Андрюха, мне бы с тобой травкой и патронами поделиться. Вот, думаю, ты был бы рад. А то ты, бедолага, без этого всего. Маешься там, помираешь. Давайте подкину. Сейчас Джилл так портируется к тебе. И это, скинет патронов. Джилл передаст Клэр. Да, чувствую, вот за крыса, когда я начну проходить, вот это будет полный фарш. Потому что за крыса, как мы знаем, базуки у меня не будет. Гранатомета будет вообще печально. Никаких отмычек у меня тоже не будет. Мне надо будет искать маленькие сраные ключики. Ох, это будет трешак. Ничего, я еще поржу над Андрюхой, как он будет проходить за Леньку. У Леньки тоже там меньше оружия должно быть. У него тоже базуки не должно быть. Хотя... О! Ты откуда взялся? Еще один. Что еще? Вы откуда тут нарисовались? Тут же воронка. Ох, хедшот. Четко, четко, четко. Джилчи четко. У Леньки, да, у него не должно быть базуки. 79. Но, как говорю, я тут смотрел у Андрюхи, как он проходит. Меня это удивило, что у Клэр умеет крафтить оружие. Девочка, которая вообще ни разу не бум-бум в этом. Ну хотя она же сестра Криса Редфилда. Это может дать понять, почему так. Ну, поживем, увидим. Что там у него будет. И что у нас. Сейчас я пока попрохожу Реза. Потом Дюк вернусь. Вот так, эту штуку нам надо забрать. Эту нам обязательно забрать. Ну и сейчас мы сейчас пойдем в то место, которое я говорил вам еще ранее, что я вам пока его не покажу. Это под лестницами в главном ходе. В оригинале можно было туда сбежать, когда вы скорее искали мы. И все, и сразу же бы это... Борил просто спросил бы. О, ты нашла Вескера? Мы такие, да не, ничего не нашли.
Васька смотался типа куда-то. А тут находится совсем другое, короче. Карпуши так и сидят. Вот я хорошо, вот я вот сейчас запомнил про это место сокращения это. Как вы знаете, это, что мы выходим сразу в главный холл, чтобы не бежать там по всему первому этажу или по второму. Чтоб сразу же тут напрямую мы вышли. Туда, куда нам надо. Вот. Сейчас мы сразу же и выйдем в холл. Sleeping in my car. Блин, что-то драксица вспомнилось. Ладно, гоним. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Вот нам сюда. Опаньки. Опаньки-ахоньки-сисеньки-трахоньки. О, я же за боков-то хотел вам показать, как др-др-др-др-др она делает. Трещотку-то эту. Да, мы идем. Интересно, что же на той стороне дверей? Блин, так, слышно уже. Две эмблемы идеально сидят в углублениях. Открыть дверь, да. Да. Да, у меня нет лент. Но тут есть сундук. Ну, тут я не хочу сохраняться, я хочу только взять вот эту хрень. И где еще второй? Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. А мы же крутаны пойдем на Лизу с беретой. Кстати, вы, как помните, было раньше, если Берри можно было выбрать, когда Хантеры в оригинале, то, что Берри пойти вперед, и Берри погибнет. Тут же видели, этого нету. Тут все изменено, поэтому вот здесь будет решаться его судьба. Вот. Сейчас мы будем решать судьбу Барьки. Борьки нашего. Так, идем. Блин, идем. Ай, я путаюсь. Я не вижу. Твою медь, вот. А что, сюда нельзя? А, что-то я это... Что-то я... Забегался. Ты жива? Логично. Я волновался. Я думал, что ты... Говори. Успокойся. Я ничего такого не хотел. Не лги мне! Не объяснять. Джилл, отдай револьвер. Отдадим, пожалеем. Спасибо, Джилл. Он вот нас будет прикрывать. А наша задача вот эти хрени поскидывать. Бегать от нее. А то это сука. Давай, Берри, давай, защищай меня. Борька молодец. Давай, последний мне осталось сдвинуть. Она не успела даже прыгнуть на меня. Как я шустро оперативно сделал все. Мама!
все. Лиза, на этом закончилось у нас. Не верится, что эта тварь наконец мертва. Я разберусь с этим, иди вперед. Хорошо. Так, бежим мы, бежим. Опа. И вот мы вышли, как вы знаете, в местность эту. Здесь большая же зверь, она не открывается. Которая из оригинала местность. Только почему-то тут травки вот не лежит, если бы травка лежала бы в оригинале бы. Но ладно, обойдемся без травки. Мне и так ее навало. Так, здесь как бы у нас удивление. Изображение волка. Угу. Сейчас мы волчару сюда поставим. Отлично. Теперь с другой стороны. Вот и нам и открылся тайный ход в лабораторию. Блин, где он открылся? Там где там ход-то уже? А то я тут круги наматываю. Теперь мы едем вниз, вниз, вниз. Местная знакомая, наверное, да? Кто играл, тот понимает. Но нам надо еще ниже. Поэтому мы идем еще ниже. Цевится. Ну, не знаю даже. Ну, давайте. Уговорили. Давайте сохранимся все-таки. А то если снова столько бежать, что-то неохота. Так, сундук. Блин. Сундучок со сказками. Что-то я хочу взять. Вот это. Побегаю-ка я с этим. Крутым, 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 крутаном. Да, пистолет надо выложить. Хрен, он уже не нужен. А в руки я не взял, да? Все, мы крутые. Мы крутые, у нас есть пушка. Базука наша, гранатомет. О, тут же точно зомбаков наш. Эх, да хрен их сжигать уже не буду, надоело мне. Ну, давай, иди, кусни меня, давай. Давай, 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 давай. Давай еще раз, тут. Знаете, еще тут. Знаете, в голову кислотой. Ну, они оба мертвы. А теперь вы видели тут штуку. Шокер и Джилл. Так,
кстати, дверь-то сейчас будет закрыта. Да. Мой диск. Number nine, how bad she got more. With the rebel here, she got more. Wow. Блин. Теперь Билли Айдол вспомнился. И скутер. Но уже на более знакомая местность, локации. Мы еще повозимся. Так, сначала давайте сходим вот сюда. Если эта дверь будет открыта, конечно, не помню. А хрен там ночевал. Здесь мы ничего пока не можем сделать. Ход дела нам пока только сюда. О да, бляха-муха. Рентген весь этот. Блядь, не любил никогда эту загадку. Мне была оригинальная проще. Там было Молли. Я помню даже сейчас. Там... скандинавские эти буквы, что-то нацарапано в блокноте для того, чтобы использовать электронную дверь, поместите инициалы в алфавитном порядке. Вот. Письмо очень дорогое, Ада. На момент прочтения тобой данного письма я уже больше не буду человеком, которого ты знал. Результаты моего теста пришли сегодня, и как я ожидал, они положительны. Я чувствую, как балансирую на грани безумия, просто думая о том, что обречен, я бы отдал все, чтобы не стать одним из них. Насколько мне известно, ты не инфицирована, я искренне надеюсь, что не все так плохо, но если вышло так, то ты теперь последняя выжившая, и я хочу, чтобы ты забрала материалы из конференц-зала. После активируй систему самоуничтожения, генераторные, беги отсюда, пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, и передай общественности детали аварии. Если все еще работает, нормально, ты должна открыть все замки, используя систему безопасности. В маленькой охранной комнате я поставил небольшой терминал, чтобы ты могла войти в систему, используя мое имя Джон как логин и свое имя Ада как пароль. Тебе нужен будет еще один пароль, чтобы открыть дверь на этаже P2 для доступа в конференц-зал. Для большей безопасности я закодировал пароль в рентгеновских снимках. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты сможешь без проблем понять его. Еще кое-что из... и это моя последняя просьба. Я надеюсь, ты никогда не увидишь меня в таком состоянии. Но если ты все же столкнешься со мной в этой отвратительной форме, прошу, избавь меня от муки. Я надеюсь, ты поймешь. Спасибо тебе, Ада. С уважением, Джон. Алекс Бехт. Значит, у нас там, к примеру, если сюда поставить, что будет? ABCD. Не-не-не-не. Пока я все поставлю, просто чтобы понимать. Алфавитный ряд букв. ABCD. E. FG. Так, получается. Это сейчас светится красным. Там кишечник светится. А, блядь, я не знаю, как они называются тут по-научному. Легкие. Во. Си. Если идет там дальше.
получается последние две. Ага. Ливер и Ларч. Все, понял. Цел получается. Сел. Решетка. Сплинтер, который сел. Здесь ничего нету такого. Больше интересного. Все, ладно. Пойдемте в другую комнату. Где будем уже вводить все пароли? Дядя, нахер иди. Помню, было дело, издевался над первым тираном, когда первый раз с ним встреча. Это. С пистолета его расстреливал. Да, это было забавно. Но с ножа я не пытался его убить. Ножа все-таки как-то... Мне кажется, его опасно выпиливать. Хотя есть дебилы, которые все с ножа проходят. Ну, не дебилы, а задиры уж сильные. В акт записи ученого. Есть доказательство того, что когда носитель теряет сознание, тело впадает в кому. В это время вирус становится активным. Он быстро преобразовывает и реконструирует основные части тела. Носитель в конечном итоге мутирует в человекоподобное существо. Его скорость и удивительное мышечное развитие требует особого внимания. После трансформации оно становится более ловким и агрессивным. Уже четверо наших исследователей погибли, пытаясь кормить его, невольно превратив это место в кровавую баню. После этого жесткого и трагического случая мы решили назвать их Crimson Head. Это ценный и опасный образец прототипа, он не может быть оставлен тут. Нам необходимо найти способ борьбы с ним. Уничтожение, безусловно, не вариант. Наконец мы решили заморозить образец и поместить его тело в подвале на кладбище. Где мы впервые с ними столкнулись? Ну, не впервые. У меня уже Кримсоны и так начали оживать. Как вы знаете. Мы уже их повстречали. Так, с Джохан и Ада. Джохан-похан. И Ада. Эйда. Вот как раз у Андрея вот сейчас проходит пятый. Второй рез. Ремейк. Там как раз вот про Аду вы все узнаете уже. Мы открываем Б3. Разблокировано. Теперь нам надо Б2. Здесь у нас сел. Ну вот. Все. Мы имеем доступ ко всему. Сейчас мы, конечно, сходим. Сходим. Возьмем еще кое-что. Чувак, мутируй уже. Побудь Кримсоном. Хедом. Кримсон. Сейчас эти двое еще могут оживать. А? Мне идет. Сдох. А, которого шокером я прибил. У него тоже руки красные уже. Что-то он пока еще не встает. Ну да ладно. Мы люди-то не гордые. Мы еще вот это возьмем. Всякий пожарный пусть будет.
Так, ладно. Мой диск. Вот, кстати, тоже их собрать сейчас. Все штуки. Пока у меня их два. И взять самое главное то, что я хотел. Зачем я сюда шел-то? То, что мы в самом начале игры еще подняли. Блять, да где же она? Я что, не забирал кассету-то? У чувака-то. Походу дела нет. Походу дела, ребят, я кассету у... Как его... Наката, как его зовут? Забыл, как его зовут. Кассета у него лежит. Я ее не взял. В кассете просто показалось бы, как его первый зомбак сожрал бы. А я ее, видать, забыл взять. Ну ничего, за Криса буду, если проходить, то покажу вам. Не бежать же мне в особняк обратно. Чтобы взять кассету. И третий мой диск. Терминал для ввода пароль. Использовать его. А я пароль узнал бы еще. Все искать, тыкать. Протоколы безопасности. Вертолетная площадка только для администрации. В случае чрезвычайной ситуации ограничение снимается. Первый цокольный этаж. Проход к вертолетной площадке. Вход без сопровождения научного персонала или начальника службы безопасности. Строго запрещен. Несанкционированные лица, пытающиеся проникнуть на вертолетную площадку, будут расстреляны на месте. Лифт останавливается во время чрезвычайной ситуации. Второй цокольный этаж. Конференц-зал только для специального исследования отдела. Все другие попытки попасть туда должны согласоваться с Кейтом Арвингом. Третий цокольный этаж. Тюрьма. Использование тюрьмы находится под контролем санитарного отдела. Под крайней мере, один научный консультант. Это Вескер. Сука. Должен присутствовать при использовании вируса. Тройной дверной замок. Вход в комнату ограничен всего одним человеком, который отключает блокировку замка кодами доступа. Кодовые терминалы расположены у каждого старшего научного сотрудника. Генераторная. Здесь легко воспламеняющийся материал используется в качестве основного источника питания генераторов. Доступ имеют только контролеры штаб-квартиры. Это ограничение не относится к научным консультантам со специальным расширением. Кодовые терминалы, использование и доступ к кодовым терминалам осуществляется только с разрешения уполномоченных старших сотрудников. Что касается четвертого цокля развития тирана, после ввода Т-вируса далее неразборчиво. Так, ну, тут написано пароль. Некуда. Просто нужно место посмотреть его. Собачки, рыбки, хунтеры, тиран. Группа исследований биоорганического оружия. Персонал. Так, какой-то код. Что-то, блядь, мы рано сюда, да, пошли, мне кажется. Блять, что-то я пароль-то не могу нигде найти. Ну да, карту работы еще нашел. Вот. Мне вообще нахрен не упал. Сюда мы пока проникнуть никак не можем. Что пароль, не знаем.
Нет, еще подсказка тут будет все-таки. Ну, тут же как-то... Подлюбас один стрижку штрихон, я не помню просто. Блять, я реально не знаю. Нихера. Ладно, будем искать пароль. Раньше нам было слайды сюда вставлять, как мы помним, в оригинале. Может, мне слайды надо найти? И в слайдах будет пароль? Не помню, ребят, честно. Ну что значит, когда ты игру проходил один раз? Два зачем? Да, один раз за Криса. Ну и то это было, так сказать, прохождение одно название для меня. Я так все не запоминал. Вот слайды, сука. Сожрем травку, чтобы взять слайды. Они не там лежат, где надо. Шая структура скелета со всем человеческим. Ну, тоже, блин. О! Здрасте. Я тебя не буду убивать. Я тебе в ноги стреляю. Он все равно умер. Факс. Куда? Санитарный отдел. Кому? Менеджер санитарии. От кого? Комитет Raccoon City по чрезвычайной ситуации. Этот факс закодирован и предназначен только для адресата. Любое копирование или раскрытие содержания факса третьим лицам строго запрещено отправителем. Уничтожить немедленно после прочтения. Мы наблюдаем значительное увеличение ущерба, нанесенного утечкой Т-вируса. Это превзошло все ожидания. Есть несколько проблем. Первая проблема. Т-вирусом было инфицировано больше половины исследователей. Они погибли, по сообщениям почти у всех оставшихся в живых в этом инциденте начинают проявляться признаки заражения Т-вирусом. Вторая проблема. Наша секретная патрульная команда службы безопасности полностью уничтожена. Таким образом, самые секретные исследования рискуют быть обнародованными. Необходимо предпринять действия для предотвращения утечки в СМИ. Третья проблема. Существует высокая вероятность того, что большинство образцов вырвалось на свободу. В будущем мы ожидаем большие потери. Однако эти потери подчеркивают успех наших исследований. Нужно, чтобы предпринять, чтобы результаты наших исследований не были оглашены. Мы ожидаем, что первое официальное вмешательство будет от полиции штата и отряда Старс. Мы настоятельно рекомендуем принять меры против них в первую очередь. Вот так вот. Ну вот. Как раз сюда мы ставим мой диск. Вот мог бы травку не жрать. Ну ладно, с Джилл мне будет еще здоровее. Больше я не могу. Я помню, как первый раз, когда еще проходил оригинал, все пытался второй мой диск засунуть. Что же там такое? За этой прочной дверью, кажется, что-то есть. Открыть? Да. Внимание! От тряски топливо может взорваться. Похоже на заправочное устройство. Ну, я ничего спойлерить не буду. Поживем, увидим. А сок какой вкусный, а? Ух, прям. Прям ух. Ну ладно, пойдем. Вставим слайды.
что Гримсон-то не хочет оживать. Чувак, подъем. Вон уже красный. На тебе. Иха-ха. Минус Кримсона. Андрюха там с ликерами сражается, а я с Кримсонами. На Кримсон разные. А, хотя у меня еще тут хантеры есть же. Ну тут еще не только хантеры. Что же веселые ребята будут. О. Все красным так загорелось. А вот и Васька справа. Во, 8462. Вот мы узнали пароль, наконец-то. Восемь, четыре, шесть, два. Ну, вот здесь мы могли бы как раз и просмотреть кассету. Вот на этих мониторах. Кеннет, точно. Вот как его звали. А, она мне с собой была. Теперь мы увидели, как Кеннет умер. Я-то думал, что кассета у меня это. Надо ее выкладывать, а она, оказывается, просто хранится. Ну и супер. Вот мы и посмотрели зато. Кто это у нас? И кто это у нас такой? Что, блядь, ножик? А, супер, я даже не знал, что здесь еще ножик есть. Блядь. Что так подвисает вот в этих местах почему-то? Кстати, вот. Это дверь. Закрыто? Здесь бы лежали бы трупы, да? Но тут все наоборот. Нам наоборот эта дверь сейчас нужна. Здесь мы наоборот делаем. Сука. Ах ты ж падла. Разжопа. Мухи гребаные. Он уже как буби-то в эти вылазит. Ох, фу. Так бы мы здесь бы наоборот двигали бы, как вы помните, ящики, чтобы пролезть в тот отдел, чтобы здесь эти дыры заделать еще. Как говорится, чтобы газ не пошел. Этой локации уже не было бы. Так. Во. Вот он еще один мой диск. Да-да. Еще один открыли.
прошли это все и вышли здесь. Ибо через ту дверь мы не смогли бы выйти. Которую он говорил, что вот. Она потому что как-то заблокирована, что ли? Где мы этих мух убивали? Вот, блядь. Наверное, закрыто. Ни с той, ни с этой стороны она не открывается. Ну и, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite1987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. И подписывайтесь на группу ВКонтакте на наши 90-е. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!